привет, меня зовут Алина, и я капитан 6-го отряда Роспотребнадзор. И у меня есть ровно 5 причин стать председателем парламента умного лагеря. Погнали! Причина номер 1. Я помогаю ребятам собраться и построиться. Слежу за порядком в комнатах. У нас всегда убрано. Причина номер 2. В отрядное время активно придумываю идеи для различных мероприятий, слушаю других и пытаюсь объединить все мысли в один проект, чтобы никого не обидеть и реализовать больше идей. А теперь третья причина. У меня всегда оптимистичный настрой и отличное настроение. Им я пытаюсь зарядить всех окружающих. Причина номер 4. Я обладаю достаточно громким голосом. Перед выходом на публику могу легко справиться с волнением и помочь ребятам. Пятая причина. Очень ответственно отношусь к вещам, особенно важным. Но в другое время могу отдохнуть и повеселиться со всеми. Большинство ребят из моего отряда выбрали меня капитаном. И я думаю, что я могу стать председателем парламента. Голосуйте за меня! До новых встреч! Озон, озон!